Кирове проходит всероссийский турнир по спортивной акробатике «Сердца четырех». Он посвящен памяти трех спортсменок и их тренера, которые трагически погибли в 2008 году в Геленджике. В нынешних соревнованиях участвуют около 200 акробатов из 5 регионов России. Подробности в нашем следующем сюжете. Тройка из Слободского выступает первой на этом турнире. Лиза Шкляева, Вика Пупышева и Маша Шиляева работают в одной команде с прошлого года. И уже успели собрать несколько наград. Золото на турнире в Орлове, серебро на соревнованиях в Котельниче и бронзу в Нововятске. Сегодняшний турнир для них – возможность выполнить новые нормативы. Мы сейчас защищаем первый разряд. Я хочу получить впечатление, чтобы всем понравилось. Всероссийские соревнования «Сердца четырех» проводятся уже 11-й раз. Они посвящены спортсменкам сборной России – Анастасии Головизниной, Ольге Гофман, Анне Марьиной и их тренеру Светлане Кушу, которые трагически погибли в Геленджике в 2008 году во время спортивных сборов. Ночью в гостиничном комплексе, где жили девушки, случился пожар. В результате они задохнулись от едкого дыма. Спортсменки были родом из Кирова, Саратова и Краснодара, поэтому турнир проводят поочередно в этих трех городах. Для кого-то эти соревнования будут в первый раз, то есть это как бы старт, большой спорт. Кто-то приехал выполнять нормативы, потому что у нас здесь выполняются кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта, и первый разряд присваивается. То есть смотря кто на какой, по какой программе по возрасту выступает. В нынешнем турнире участвуют 200 спортсменов от 8 до 19 лет из Кировской, Новгородской, Пермской, Саратовской областей и Краснодарского края. Соревнования продлятся до 27 ноября. Увидите выступление участников можно в спортшколе Олимпийского резерва номер 1 на улице Солнечной. Вход свободный.